Сегодня в Иркутске пройдет форум онкологических пациентов. Его участниками станут сами пациенты, врачи-онкологи, смежные специалисты, специалисты по нутритивной поддержке, онкопластические хирурги. Мероприятие проведут на двух площадках – в Иркутской государственной областной детской клинической больнице и в Иркутском областном онкологическом диспансере. В детской областной больнице форум открыла фотовыставка проекта «Химия была, но мы расстались. Истории бывших онкобольных». Она расскажет о людях, которые победили рак. Для пациентов и гостей форума с докладами выступят врачи-онкологи. Специалисты рассмотрят вопросы по информированию населения о профилактике онкологических заболеваний. Участники форума узнают о методах диагностики и лечения, возможностях реабилитации пациентов с онкологией. Опытом борьбы с болезнью поделятся пациенты, которые победили рак. На второй площадке в онкологическом диспансере для медицинских работников проведут тематические лекции.